В Сургуте с 25 апреля приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Югры начал действовать пожароопасный сезон. Создан оперативный штаб, выполняется план мероприятий по профилактике возгораний в лесах. Накануне пожарные Сургута уже тушили загорание травы, а в лесополосе около поселка Финский. Площадь огня составила порядка 500 метров. Площадь городских лесов составляет 4,5 тысячи гектаров, 170 гектаров приходится на парки и скверы. Еще 1000 – это зеленые насаждения. В случае усложнения пожароопасной обстановки в Сургуте власти рассматривают возможность введения особого противопожарного режима и установления запретов на посещение лесов. При наступлении пожароопасного сезона активизируется деятельность по информированию населения, проведению инструктажей на территории садово-огороднических товариществ, в основном своей массе, поскольку они в большей степени прилегают к лесопарковым кварталам и зонам отдыха. Пик проведения инструктажей, как правило, возникает в выходные и праздничные дни, поскольку в этот период, именно в этот период большая часть населения находится на отдыхе.